Привет, народ! Сегодня я расскажу, как отремонтировать вот такой фонарик. Фонарик отличный, светит очень ярко, у него есть фокусировка. Там стоит светодиодик. Фокусируется в очень тонкий луч. Работает вот на таком аккумуляторе. Аккумуляторы такого типа называются 18650. Они становятся все больше и больше распространены. В чем проблема в этом фонарике? Долго не мог понять, почему моргает яркость. Рассматривал, в конце концов проверил вот таким образом. Замкнул аккумулятор напрямую отверткой. И увидел яркий свет, не меняющийся. А если через вот эту штучку, через выключатель, через кнопочку, то моргает. Стал внимательно рассматривать, что же с этой штучкой может быть не так. И обнаружил, что у нее вот эта вставка шевелится. Если ее надавить глубоко, то некоторое время работает стабильно. А потом, видимо, опять отходит. И контакт становится неустойчивым. Пластмасса эта завальцована. Вот этот край, он закатан, видимо, на станке. И держит в какой-то мере, или держал в какой-то мере, эту пластмассу прижатой. Теперь все ослабилось, и контакт плохой. Чтобы закрепить пластмассу глубоко, нужно ее прижать чем-нибудь. И потом аккуратненько несколько раз ударить по краю, чтобы он придавил пластмассу. Чем я сейчас и займусь. Так, чтобы завальцевать край, я буду использовать вот такой керн. У него достаточно тупой край, что мне и нужно. И несколько ударов молоточком. Я сейчас вжимаю пластмассу внутрь, придерживаю керн и делаю аккуратные удары. Еще не хватает. Трудно держать все сразу. Ага, победа близка. Шевелится уже меньше. Чуть-чуть я повредил резьбу, туго закручивается, но закручивается. Угу. Вот и яркость стала яркой и стабильной. Фонарика три режима, яркий режим. Быстрое выключение-включение дает половинную, наверное, яркость. И еще одно включение-выключение моргалку включает. Вот такой фонарик. Не знаю, где он продается. Если найду ссылку, добавлю в описание. Вот так он замечательно фокусируется. Там даже какая-то мишенька получается. То есть подобие мишени. Видимо, для стрельбы тоже он используется. Под пистолет куда-нибудь прикрутить и стрелять можно. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного.
А это был канал Хандимада.ру. Пока-пока.